В Магадане завершается 24-я областная спартакиада студентов профессиональных училищ. В ней принимают участие около 100 человек. Сегодня прошел финальный матч по мини-футболу. На поле Магаданский политехнический техникум и строительный лицей. Каждый год уровень растет, интересные матчи, и нету таких, так сказать, проходных. В основном там в 1-2 мяча где-то преимущество в финале бывает. В первом тайме студенты политеха вели со счетом 2-0. Но к окончанию второго на табло уже 2-2. В серии пенальти решилась судьба первого места. Его заняли студенты Магаданского политехнического техникума. Это борьба за мяч. Тут побеждает сильнейший. Надо бороться до конца, раз уже пошел. А во Дворце спорта сегодня проходили полуфиналы соревнований по волейболу. В них принимают участие 6 женских и 6 мужских команд. В фаворитах – медицинский колледж, политехникум и строительно-технический лицей. Уже прошло 3 дня соревнований. Мы идем вперед. И завтра у нас будет финал. И мы надеемся, я надеюсь, что наша команда победит, и мы возьмем первое место. В пятницу, 9 февраля, с 10 утра во Дворце спорта начнутся финальные игры по волейболу и стритболу. Награждение участников спартакиады пройдет там же в 17 часов.